Встреча в Министерстве иностранных дел носила ознакомительный характер. Приветствуя представителей посольства России, Даурков отметил, что МИД Абхазии и посольство тесно взаимодействуют в рамках подписанных договоренностей. Работа у нас будет продолжаться очень плодотворной, такой, какая она и была. Хочу отметить, что мы знакомы уже не один год, вот, и это как раз дает и уверенность, и основания говорить о том, что мы будем продолжать эту работу очень продуктивно, в продуктивном ключе, на благо двух наших стран. Представляя Максима Литвинова, посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что вновь назначенный советник-посланник посольства хорошо известен, в первую очередь по работе на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Хочу выразить большую признательность руководству Министерства иностранных дел Республики Абхазия за добрые отношения к посольству Российской Федерации в Абхазии, к сотрудникам. Хочу отметить, что мы разделяем озабоченность абхазского населения нынешней ситуацией, считаем ее, хочу повторить то, как было заявлено Министерством иностранных дел Российской Федерации, это суверенным внутренним делом республики. Вот мы считаем важным сохранение стабилизации, стабильности, безопасности в республике и готовы содействовать любым возможным способом со стороны России. До назначения Максима Литвинова должность советника-посланника посольства России занимал Юрий Ясносакирский. Саид Джарсалия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.